Привет. Значит, обзор самоимпрессии. Импрессия предназначена для замка Zirn плюс 7 плюс. И к нам попал в руки вот такой замочек. Значит, у него идет натяг 70 вольт. Визуально так может, если посмотреть через дверную скважину. На первый взгляд как на коле, но это не коле. К нему подошла импрессия от Zirn. Сейчас попробуем его открыть. Так, есть оборот. Замок зеркальный, можно сэкономить время сразу на следующем обороте, опустить сувальду, секрет. Быстрее открываться будет. Или вообще сфотографировать первый оборот и все остальные уже собирать по фотографии. Значит, первую. Спускаем.